Машка, ты хоть помнишь, что сегодня Рождество? Я же домой собиралась к дедушке Рождество отпраздновать. Ну, наконец-то. Вернулась к людям. Ты speak English? Мандарин. Это что, хозяин комнаты до диплом не дожил? Как пройти в бизнес-центр? В бизнес-центре он вот тут, ведь за углом. Но там нет таких, посмотри, мандарин такой. Мужчина, вас как зовут? Степан Степаныч. Курите, наверное, много. Пьете? А нет, там штуку. О, 100! Зато зубы у вас. Ах, какие зубы. Ой, Лилька, а что ты только все время думаешь, а? О любви. Чётушки! Здравствуй, Андрюша! Здравствуй. Здравствуйте. Здравствуйте, милый. Так вы филолог? Нет, я музыкант. Ну, пока с сантехническим уклоном. Ты красивая. Тебе замуж выскочит, Тарас. А я? Ну, скажи, вот кому я такая? Рыжая. Нужна буду. 25. Будешь людям служить, будешь ими любимым, другом, верным, желанным. Заняв поудобнее место и выключив в небе ненужный свет, он целится в область сердца. Ему в этой области равных нет, и может быть промахнется, но вряд ли, скорее всего, на повал он выстрелит и смеется. Смотрите, я снова попал, попал, попал. Но где твоя звезда шатается? Может, где-то там, среди птичьих стай? Она одна, там, где высота. Ты найди ее и узнай ста. Возьми мандарины, они довезут тебя до Рима. Иди, иди.